Всем привет! Две новости подряд, обе о противостоянии Константинопольского патриархата с московским. Начнем с Константинополя. Синод заявил о том, что они рассмотрели заявление украинского парламента об автокефалии и передали его на изучение синодальной комиссии. О чем новость? Константинополь показывает, что Москва ему не указ. И принимать решения будут они сами, в том числе и по украинскому вопросу. Всем же понятно, что рано или поздно автокефалию признают. И тут же ответка из Кремля. РПЦ заявила дословно. На Крите собор не может рассматриваться как всеправославный, а принятые на нем документы как выражающие общеправославный консенсус. И поручили своей комиссии изучить принятые на соборе документы. О чем новость? Москва шантажирует Константинополь. Мол, если признаете киевский патриархат, то мы открестимся от собора полностью, заявив, что документы соборные – ересь. Что последует дальше? Либо Константинополь пойдет на попятную и тем самым признает главенство Москвы, либо пошлет их к чертям собачьим и Украина получит автокефалию. А православие разделится окончательно на два лагеря. Я склоняюсь ко второму варианту. Ждем ответ патриарха Варфоломея. У меня все.